Прекратили, кажется. Конечно. Твои никогда не прекращают. А твои прекращают? А ты не сравнивай. Не мы войну начали. А кто же, мы что ли? Нет. Красные кхмеры. Только и знаете воевать. Это мы, да? Как же, вы такие миролюбивые, такие тихие, Великая Сербия до Тихого океана. Я тебя умоляю, весь мир врет. Вы говорите правду. Да какой мир? Ваш мир. Ваше телевидение наши горящие деревни выдает за ваши, которые мы бомбили. А сейчас мои стреляли? Вы святые, народ Божий, не надо песен. Вон ваши методы. Мертвым покоя не даете. Это другое. Класть мины под трупы — это другое, а первое, что грабить, убивать, насиловать, так, да? Ты-то кому рассказываешь? Тебе, твоих. Слушай, меня призывали 10 дней назад, и я еще не успел все увидеть. Зато я видел нашу горящую деревню, и не мы ее поджигали. Не знаю, меня там не было. Зато я был. А наши деревни не горели? Кто наших людей поубивал? Не знаю. Твои, наверное. Вот видишь, и в тебя стреляли. Не узнали, стреляли, чтобы вы не заняли эту траншею. Тобой бесполезно говорить. На кой хрен вам понадобилось разваливать такую прекрасную страну? Всем места хватало.